со всяких. Я делала так все красиво, и я все думала, ну зачем? Все равно. Правда? Ты это правда, да? Было. Так, я еще начала снимать, ребят, всем привет. Сейчас мне мама говорит, я этого не помнила, правда, что я с детства любила украшать еду, что я всегда очень красиво себе накладывала, выдавливала майонез красиво, майонез я люблю с детства. Вот, кстати, подходите, заходите в Телеграм, там я выложу свои детские пухленькие фотографии. Одну найду и выложу какую-нибудь. У нас сегодня с вами мукбанг пирожные. Давайте я вам сейчас сразу покажу пирожное, которое вот я тут, ох, давно я смотрела на него, видела других блогеров такие пироженки. Смотрите, как он делает. Так, такой котик типа мусовый. И это был намек, что сегодня с нами на мукбанге кушает и Чарлик. Представьте, некоторые из вас мне писали, что Катя, давай больше Чарлика в кадр. А кто-то писал, только не собака, пожалуйста. Я подумала и решила, пусть Чарлик с нами сегодня снимется. Посмотрим вообще, какая будет реакция. И так как он все равно с нами здесь рядом. Чарли, ап, 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 ап. Давай, ап, 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 ап. Да, хорошо, сидеть. Ребят, ну что, теперь с нами вместе сегодня такой вот партнер у меня, Чарли, который будет тоже у него здесь есть легкое, лежит у меня здесь яблочки, капустка на моем же столе. Так что давайте начинать. Чарли, как тебе? Мне кажется, ему так вот более комфортно на сидушечке. Ну давайте, наверное, попробуем вот этот муссовый тортик. Так, что, мам, ты говоришь, что я любила с детства все украшать? Да, тарелку с едой ты всегда свою украшала. И ты старалась всем так сделать. Всем... Выложить красиво листья салата. Ничего выложить, себе. Написать кетчупом какое-нибудь. Сердечко. Не сердечко, а ты старалась композицию какую-то сделать в тарелке. Ничего себе. В общем, у меня всегда была слабая тяга. Творческая в плане еды. Нет, ты занималась профессионально художеством. Ой, мам, да ладно, все, все, ладно, ладно. Я, в общем, была творческая, правда. Чарик, угощайся. Ребят, цветная капуста. Не очень. Ничего страшного. Так, муссовая вот эта штучка. Это все десерты, ребят, из Вкусвилла. Муссовая, ну, неплохо. Неплохо, но я знаю, что вот это... Этот тортик очень вкусный. Он формата как сникерс. Многие просили сладости, и вот сладости. Я стесняюсь, мам, с тобой снимать. Когда, знаешь, если бы ты здесь рядом со мной сидела и ела, а так ты сидишь у меня как зритель сейчас. Моя группа поддержки. Давай, ап, 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 ап. Хорошо. Так вот, многие писали, что Чарлик прям, что это полная антисанитария, что собаки в кадре быть не должно. Ну, знаете, если честно, мне кажется, пишут люди, у которых нет собаки. Кто-то пишет, что невоспитанная собака, невоспитанная хозяйка. Или ну вот что-то в этом духе. Я думаю так, ой, это мой мукбанг, и в принципе могу себе позволить, почему бы и нет. У нас тут Ариша, мам, может вам с ней пойти на этот, на коврик? М? Это такой лимонный пирог. Попробуем. Вкусно, с цедрой. Я считаю так. Это моя собака. В принципе, он у меня в доме себя так и ведет. А, конечно, мы его воспитывали. Конечно, мы занимались кинологом. И т.д. и т.п. Но, блин, ребят, знаете, разные собаки. Нельзя сравнивать двух собак и говорить, что они должны быть одинаковы. У Чарли непростой характер. Чарли, давай, хап, ап, ап. Да, сидеть. Посмотрите, что он умеет. Чарли, ждать. Можно. Ребят, он воспитанный. Просто он, ну, проблема с выдержкой, понимаете? Поэтому собака у нас хорошая и будет с нами сниматься в мукбангах. Вы поймите, что я в жизни с ним, за него стою, во дворе и так далее, а тут в мукбанге. Конечно, будет собачка с нами.
Как вам наш такой совместный мукбан? Яблоко не очень нравится. Но многие люди относятся с брезгливостью к собакам. Я к таким, честно, не отношусь. Так, ну что, давайте попробуем. Я уже немножко тут попробовала. Это такой морковный кекс. Я на него положила еще макарону. Макароны очень мягкие. Такого формата, прям очень мягкие, прям они рассыпаются. Так, пробуем. Прям, знаете, похоже на такие кексы, которые девочки пекут сами. Продают кондитеры, которые на дому. Очень здорово. Капкейки это называется. Так, угу. Пробуем. Очень хорошо. Очень хорошо. Вы знаете, влажный бисквит. Такой сливочный крем. Угу. Отлично. Чарли, дай лапу. Некоторые мне даже хотели скомпрометировать в комментариях, что, мол, все из-за меня. Я плохая хозяйка. Кто-то даже писал, а представьте, там еще у нее и ребенок. Ребят, у меня собака привита. Обработана от глистов. Мне кажется, я его вычесываю на ежедневной основе, а принимает он душ, возможно, чаще, чем ты. А он принимает душ точно чаще, чем ты, а точнее 2 раза в день после каждой прогулки. Представьте. Я считаю, что в принципе... Кстати, я еще собаке чищу зубы примерно раз в неделю. Чарли, ждать. Можно. Молодец. Не надо аплодисментов. Что, пробуем? Давайте попробуем Павлову. Есть, знаете, 2 вида этих пирожных. Есть Павлова, а есть пирожное Анна Павлова. Я не знаю, в чем их разница, но мне кажется, Павлова с большим количеством ягод. Давайте пробовать. Нежнейший безе, очень вкусный крем. Внутри такое ягодное, хорошее, если честно, очень хорошее. Угу. Кто просил сладости, ставьте лайк. Так что, ребят, Чарик будет с нами сниматься дальше. У меня сейчас мама с Ариной занимается. Это очень удобно, на самом деле. Целую неделю гостила у нас мама. Да, мама уезжает завтра. И снова у нас возобновятся мукбанги с детскими звуками на фоне. Но тоже я считаю, что в этом ничего такого страшного нет. Это жизнь. И, ну, приходится вот так пока работать. Так, ну что, пробуем? Это тарталетка со сливочным кремом и с клубникой. Чарли, где же яблочко? Яблоко он не хочет. Ладно. Давайте попробуем. Вкусно. Честно, я уже наелась. Слушайте, вот мы попробовали все сладости, но Павлова... О, боже. Мама там кормит Арину яблоком. Арина обожает яблоки, это прям вот ее любимое. Яблоки с нашего сада. Зайчик, да, яблоки с нашего сада. Давай, сейчас
мы возьмем сами, давай. Я беру. Ребят, такой вот получается мукбанг, очень быстрый. В общем, мы попробовали с вами все пирожные. Спасибо вам большое за просмотр. Я уже, если честно, наелась. И сейчас уже достаточно поздно. Наверное, я это все оставлю. И завтра завтраком продолжу. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Смотрите, у меня тут еще просто все упало на волосы. Короче, все, я пошла. Всем пока.